Всем привет! Продолжаем прохождение Майнкрафт. В первую очередь привет тем, кто остался после первой серии, кто осилил остаться. Как я уже говорил, да, в первой серии, вот эта вот добыча, вот эта вот шахта, это будет в основном свободное время, то есть не на запись, потому что это слишком скучно. А мы с вами сейчас будем делать дела. То есть сейчас мы в этом выпуске будем строить дом. Интересное занятие. Также, по требованиям зрителей, да, вот они писали, чтобы лучше я снимал по 30-40 минут. Я с ними согласен, да. Потому что мне тоже неудобно снимать по часу, потом обрабатывать, заливать. Все это очень долго. Давайте попробуем снимать по 30 минут. И я постараюсь максимально эффективно все это делать за 30 минут. То есть, или то, что мы делали за час, я постараюсь убрать лишнее там. И засунуть все в 30 минут. Вот так вот. Для начала, видите, я здесь убрал деревья, да, немножко убрал землю. Выкопал вот такие вот я проходики, это для наших грядок, но это будет все потом. Сейчас задача, где-то здесь рядом зомби, я не пойму где. Задача сейчас будет построить нам дом. Давайте построим домик, нам нужно что для этого. Я думаю построить дом из камня. Где у нас камень-то? Вот он, камень, да? Но нам нужно много камня, поэтому давайте дальше будем сразу же плавить камушек, булыжник. Кстати, там еще вышло обновление Rust, по-моему, хорошее обновление, но пока сервера Rust не работают. Ой, извиняюсь. Так, все. Let's go. Let's go, let's go. Потихонечку я развиваюсь. Без вас я ничего такого страшного не делал. Солнце садится, да? Ну, это еще до утра подождем. Ладно, пока еще можно делать. Все уберем. Так, как я сказал, в этом выпуске будем строить домик. Начнем строить домик. Знаете, как я хочу сделать? Я хочу сделать его высоту. То есть, так вот поднять вверх и сделать такой фундамент, площадку. Вообще будет офигенно. То есть, чтобы можно было прям в этой, по прямой строиться, строиться, строиться. Давайте уже подождем ночь, чтобы потом не отвлекаться. Эх, давно я не строил дома, конечно. Давайте попробуем. Например, вот здесь я вот хочу сделать подъем и наверх. Раз, два. Нам нужна будет этого земля, чтобы я мог ее убирать. Потому что, сами понимаете, мы лестницу не сделаем просто так. Берем землю, вот так вот. И поехали. Вот так. Оп-оп. Оп-оп. Так, я надеюсь, меня нормально слышно. И повыше, еще выше. Вот красивые такие блоки. Оп-оп-оп. В первую очередь я строю высоко, да, чтобы мне там не мешали всякие вот эти вот зеленые мудаки, чтобы не взрывались. Я не помню, как они называются. Вот так вот, так, так. Давайте еще парочку поставим. Так, оп, 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 оп. Ну и нормально, я думаю. Пау, 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 пау. А там уже все, что лишнее, мы уже сами срубим. Отлично. Будет отниматься одно хп, ничего страшного. Опа, оп. Ну и убираем все это, нормально. Слишком тоже большую лестницу строить, что-то нет никакого желания. Долго подниматься по ней, стрёмно. Оп, 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 оп. Ну все, поехали. Нам нужно сейчас много-много камня будет. То есть, например, здесь можно сделать вход такой, да? Опа, вот так вот. Я не помню, как делать двери, сейчас посмотрим. А двери, они на один бок или на два? Если, блин, на два, то это какой-то бред получится. Подождите, сейчас гляну, как двери делать. Доски, двери, двери, двери. Где там у нас двери? Можно железные двери сделать. Так, табличка не нужна. Ага, деревянная. Так, ну пока деревянную сделаю. Она реально, наверное, на один блок, да? Эх ты. Немного я просчитался. Ну-ка, где у нас? Где у нас дерево? Вот дерево. Сейчас быстренько сделаем деревянную. Да елки-палки. Ну ладно, неважно. Так, 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 так. И проверим. Ну давайте сразу еще одну сделаем. Как в расте мы также делаем, да, на запас. Так, оп, оп. Ну, блин, она одинарная будет. Елки-палки. Ну ладно. Интересно, а можно двойные? Напишите в комментариях, ладно, можно двойные или нет? Ну это бред, конечно, так открывать по одной. Я хочу двойную дверь. Нормально. Вот так вот пойдет. Оп-оп.
Так, они стали на один блок, все правильно, да? То есть мы просто сделаем вот так. И вот так. Оп-оп. Все, у нас есть заход и есть выход. Заход, есть вход, есть выход. Оп-оп-оп-оп. Теперь строимся в ширину. Я вот не знаю пока, какие размеры ставить. Это будет нам... Давайте пока двери откроем. Не, я реально хочу двойную дверь. Надо искать, короче, двойную. Мне не нужна такая параша. Оп-оп-оп. Оп. Получается, раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. И думаю, что такого домика мне будет достаточно, да? Ага, в ширину нормально. Теперь идем в длину. Оп, оп, оп. Кстати, вот, видели, я там построил для грядок, да? Это только начало. Я потом это буду механизмы строить. Я помню, я это все делал давно-давно. Ты там нажимаешь на рычаг, да, вода идет и все смывает, а все эти, все, что у нас посажено, там, всю пшеницу, всю картошку, вы просто идете, подбираете и заново раскидываете пшеницу, ну, в смысле, зерна. Так, эта фигня нам будет мешать. Так, ладно. Дайте мне топорик, потом мы лишнее уберем. О, как мало у нас блока. Я слышу звуки. Страшные звуки. Блока у нас мало. Мало-мало-мало тебя. Так, все, строим домик. Оп. 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 Эх ты. Мешает нам дерево. Ну, я, само собой, могу его вырубить уже. Без вас. Чтобы не отвлекаться. Окей, ладно, пока здесь, здесь. Сейчас построим какой-нибудь уголок, и там я уже буду строить основные вещи. Всякие ящики и так далее. Кровать нужно будет перенести в первую очередь. Все, кончились у нас блоки. Да, немножко. Я думаю, а какие нам сделать стенки? Я бы сделал стенки из стекла. Как вы думаете, а? Полностью стенки из стекла. Стекла! Вариант такой вот, чик-чик-чик, поднять вверх, чик-чик-чик, поднять вверх. Ну, прикольно так. Еще какую-нибудь эту вышку построить, из нее стрелять из лука. Из стекла, из стекла, из стекла. Я из стекла. Ладно, посмотрим, что у нас там готово. Ой, блин, постоянно будет хп отниматься, ну ладно. Во, у нас еще есть, да, вариант положить. Ну, давайте. Вот сюда немножечко. И вот сюда. Хорошо, что здесь, да, например, когда кончается какой-нибудь ресурс, который мы жарим в печке, да, уголь не продолжает дальше израсходоваться, а в расте наоборот. То есть там закончился какой-то ресурс, который мы готовили, и уголь все равно будет разжигаться. Ну там не уголь, там, а я имею в виду костер. Не костер, а дрова. То есть, например, вы костер кидаете дрова. Кидайте дрова. Блин, там кончилось. И у вас, например, кончилась там еда или что. Дрова все равно будут гореть. Это вот минус. Сейчас быстренько сделаем кирку. Блин, самую бомжовскую кирку сделал. Молодец. Ну ладно. Будет у нас бомжа кирка. Сейчас мы лишнего берем. Пятизвездочный отель будет. То есть, заметьте, когда мы ломаем такой блок, это блок, и видите, я это, варю его, да? Варю. Как же правильно сказать-то, что я с ним делаю? Я его жарю. Я люблю жарить блоки. Так вот, видите, когда он жарен, он выглядит так. Да господи Иисусе. А когда мы его сломаем, например, неправильно поставили, его надо опять жарить. То есть, мы сейчас ставим прям горячий такой камень. Только что поджаренный. Оп, 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 оп. Давайте со мной под музыку. Оп, 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 оп. Отлично, отлично. Оп, оп. Вот он, шрейдер. О, я хотел шрейдер поставить. Давайте, наверное, какой поставим. Вот это я поставлю просто. Вайвинг. Нормально. Он почти не влияет. Все просто добавит шевеление. Пускай шевелится, будет красивее. Так, отлично. Все, у нас уже есть начало. А где есть начало, там есть конец.
Ладно. Так, я поставил бы сейчас сюда печки. Давайте поставим. Здесь тоже печки поставим, чтобы я мог уже готовить всякую фигню, например, еду. И стекла нам нужно готовить. Стекла я помню как. Интересно, а можно ли красить стекла? Подождите, для этого нам нужен песок. Песок у меня... Ой, яйцо. Песок у меня есть, его он здесь полно, вон он. А красить можно? Я не знаю, подождите, дайте я гляну. Вот у нас есть лазурит. Прикольно, если можно покрасить стекла. Ну-ка. Синяя шерсть не то. Наверное, нельзя. О! Синее стекло, смотрите. Офигеть. А, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, все правильно, 8. Я не знаю, что стоит? Не стоит, как вы думаете? Синее стекло поставить. Ну, давайте попробуем, да, хотя бы. Для начала мы поставим, давайте, знаете, что сделаем? Поставим печек, нам нужны печки. То есть возьмем эту фигню. Где-то зомби, меня прям бесит он, ну ладно. То есть сейчас мы сделаем так. А, красная пыль нужна. У нас есть синее говнище, да, у нас есть песок. И нам нужна печка, все, пошлите поставим печку. Оп-оп-оп-оп-оп. Видите, я уже научился быстро делать, все для вас. Чтобы вы не сидели, не ждали. Так, вот так вот. Ну и сразу, да, сразу давайте поставим вот так вот. Также можно друг на друга ставить, как я понимаю. 4 печки, я думаю, мне вполне хватит. Вот здесь вот будет у нас... Не, здесь, наверное, мало будет. То есть стекло мы сделаем вот здесь вот. Тогда надо еще один уровень сделать будет. Ну реально будет слишком мало. Слишком маленький домик будет. Еще один уровень делаем. Здесь у нас будет чисто по стекло блоки. А вот здесь вот у нас будет тоже по стекло. Потекло. Здесь у нас будут печки. Я надеюсь, что печка на стекло не растопит. Да, конечно же, нет. Здесь же физики вообще нет, о чем я говорю. Опа. Можно друг на друга ставить, правильно? А, наверное, надо на блок ставить, да? То есть надо стекло поставить и на него поставить печку. Хорошо, да пока так сделаем. Давайте поставим эту фигню сюда. И появится стекло, правильно я понимаю, да? Ай! Ладно, даже вот так сделаем. Вот так и вот так. Оп-оп. О, отлично, давай, братюня, давай. А потом уже я без вас, чтобы вас не мучить, да, я сам соберу здесь песочек. И все будет хорошо. В первую очередь, почему мне нравится Майнкрафт, да, это из-за механизмов. Я хочу строить, мы будем строить какие-нибудь уникальные механизмы там. Которые там возле респаунов и везде. Чтобы там мгновенно они убивали, чтобы там, ну, всякие фигнюшки хочу, маты. Потом можно даже поставить мод, который добавляет еще больше технологий. То есть, чтобы бесконечно просто развиваться. Так что будет весело, я вам обещаю. В следующем выпуске мы построим дорожку. Дорога нам тоже нужна. Дорога в ад. Вот туда вот куда-нибудь. Хорошо, так что я отвлекся немного. Да, нам нужны эти фигнюшки. Давайте берем. Так, нам сейчас нужно, чтобы стекло. И нам нужно поспать. Сейчас как раз... Интересно, когда я сплю, время ускоряется, я не помню. То есть, например, будет ли стекло уже готово? Или нет? Давайте глянем. Нет, ничего не изменилось, да, получается? Но в любом случае, берем эту шляпу, берем эту. Первый раз я делаю синее стекло. Блин, я постоянно буду так падать, что ли? Ну что? Ладно. Делаем вот так, вот так, вот так, вот так. Эх, маловато будет. Точно синее? Ну-ка, у меня красного ничего нету. Но у меня больше нету цветов, да? Не, ну а пускай будет синий, красивый же синий цвет, прикольно. Я сколько играл, говорю, ни разу не делал синие стекла. Это был мой первый опыт. Опа. Ну что ж, let's go. Let's go, let's go, let's go. Прикинь, какой красивый будет вид. С этой стороны идем. Опа. О, какая красота, посмотрите. Синий, синий домик. О-о-о. Вот так вот. Все, здесь будет 4 печки, хватит. Синий-синий домик. Очень красиво. Можно будет, да, сделать синий, красный. Если найти красители, как я понимаю, здесь много красителей должно быть.
Там вон еда валяется. Ладно, пофиг на нее, опять я упал. Нет, не пофиг, давайте возьмем еды. А, ладно, пофиг. Блин, я кинул яйцо. А, подождите, по-моему, из яйца могут вылупляться, да? Да, то есть, по-моему, можно построить загон и туда кидать яйца, и там будут появляться курицы. Или яйцо можно скушать. А, его надо жарить. Вот как раз я вспомнил, как можно разводить куриц. Хорошо, в любом случае мы идем сюда. Потом еще я думаю, как-нибудь отсюда сделать такой спуск, чтобы я мог сесть, например, на этот, на вагонетку и поехать сразу в шахту, например, вот эту вот шахту. Я не знаю, как я это сделаю, конечно. А будто кто-то так резкий подъем делает. Ну, посмотрим. В любом случае, это можно будет сделать. А, у нас песочек, да, нужен песочек. Эх, мало-мало-мало тебя. Мне мало-мало-мало-мало тебя. Ладно, короче, берем. Давайте возьмем доски. Сейчас сделаем быстренько шляпу эту. Опа, верстачок сделали. И гол, гол, гол. Не, алмазно синий, прикиньте. Еще здесь можно вообще было пол другой сделать. Зеленый. Ха, как вам идея? Зеленый пол. Зеленый пол. Вот для печки, конечно, лучше какие-нибудь сундуки. Например, вот здесь вот два уровня сундуков будет. Раз сундук. А, наверное, не получится. Значит, надо выше строить потолок. Да. Интересно, если я поставлю сюда сундук и его сюда, вот, они же не откроются, скорее всего, нижний не откроется, да? Блин. Так. Ладно, давайте-ка сюда поставим, потом, если что, я перенесу, какая разница. Мы сейчас сделаем вот так. Дай, пожалуйста, две штуки. Не хватает, тварь тупая, ну ладно. Опа. Мне мало-мало-мало тебя. Оп-оп-оп. Пок. Такая вот красотища у нас. Смотри, какая красота. А я потом заберу песок, и мы с вами продолжим уже строить дом дальше. То есть, сразу по бокам. Да, я соберу песок, когда будет свободное время у меня. Потом, срублю эту помойку. Эти деревья. Срублю и достроим дом. Но в следующем выпуске мы сделаем другое. Мы сделаем дорожку. Да, в шахту. Но в идеале все-таки попробовать прямо отсюда. Вот мне прям хочется. А, надо кровать еще принести. Давайте принесем кровать. Куда-нибудь поставим. Временно. Я же могу ее сломать, по идее. Ой, хоть осталась кровать, хоть не сломалась, спасибо. Ну, я имею в виду, хоть не исчезла. Так. Здесь нам нужно будет еще один уровень делать, правильно? Ну, в любом месте поставим, потом перенесем. Отлично, все. Все. Потом я эту часть сам дострою. Так, возьмем это, кинем яйца, пускай готовится еда. В следующем выпуске мы, короче, пойдем строить дорожку, да, я уже сказал. А потом в другом выпуске мы построим грядки. Я вам все расскажу про грядки, зачем я вот так сделал и так далее. Сейчас мы еще немножечко построим и закончим на этом. То есть у нас уже дом практически готов. Основа готова. Потом эти блоки, я уже сказал, можно будет даже поменять, например, какие-нибудь там зеленые. Это не проблема. Возьмем кирку какую-нибудь железную или золотую. И здесь весь пол, короче, проломаем. Красиво. Прикиньте, синий, зеленый. Вообще будет прикольно. Ха. Современный писк. Писк молодой, так сказать. Оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Безусловно, эта игра, она тоже является логической, да? То есть помогает мышлению. Особенно, когда вот у нее играют дети, например, да? В чем польза? В том, что они сразу, видите, развиваются, да, у них развивается мышление, там, строительство и так далее, там, что нужно идти, там, добывать руду. Это очень хорошо, безусловно. Поэтому эту игру, вот, Minecraft, которая полезна всем, и взрослым, и детям, всем полезна, потому что у всех мозг практически одинаковый. Ну, само собой, у ребенка один мозг, да, он только развивается, но в любом случае, любому мозгу, да, нужна тренировка, чтобы он тоже думал, мыслил, творческое мышление и так далее. Вот именно поэтому есть школы, где детям тоже преподают Майнкрафт. То есть прям просто заходят в класс в игровой, это в основном информатика, и там играет Майнкрафт. Не просто так сделали, это все не просто так, конечно же. Умные люди понимают,
что игра помогает мышлению. То же самое, например, для очень взрослых людей, старых, да. Вот в чем проблема старых людей? У них начинается, к сожалению, проблема с памятью. Офигенная проблема. Начинают забывать, очень многое забывать. Например, то, что раньше они помнили, да, легко запоминали там имена, фамилии, телефоны, они потом с возрастом все это забывают. Пускай поиграет там Тетрис, Поле чудес, Майнкрафт, вот такие вот игры, и у них память будет гораздо лучше. Почему они забывают? Да потому что они просто не развивают память, то есть она застаивается и все. А ее нужно постоянно развивать. Как здесь, то есть ты мыслишь, ты постоянно думаешь, например, в этой игре, как построить, как сделать так, как сделать механизмы, там, продумываешь, там, дорогу, да, и память тебе работает, мозг там и так далее. Пытаешься запомнить, что нужно для этого, как крафтятся такие рецепты. Представляете, то же самое, например, то же самое в Доте, да? Там миллион вариантов раскачки, ты все их помнишь, память тоже думает, постоянно работает. Ну вот так вот. Да, поговорили мы с вами на разные темы, у нас есть еще немножко времени. Что у нас там? А есть стекло? Стекла больше у нас нету, 6 штучек. Давайте тогда сейчас быстренько возьмем немножечко. 6. Хотя бы... что это такое черное? А, это земля такая? Нифига себе, я думаю, что это такое? Фух, я же испугался. Ладно, пошли. Оп. 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 Вот, что немножечко он собираем, песок, а потом я даже сам соберу. То есть я не буду делать выпуски, да, и показывать, как я там целый час это копаюсь, копаюсь. Это был только первый выпуск. Ой-ой-ой, я забыл, да, извините, ляюсь. Это был только первый выпуск, чтобы отсеять людей, которые не хотят играть в Майнкрафт со мной. Я надеюсь, что остались люди, которым это будет интересно. А это будет в любом случае интересно. Все, let's go. Потому что мы только начинаем. А нас ждут такие механизмы уникальные, так сказать. Все, let's go. У нас куча печек здесь. Пошли, пошли, пошли. Давай, 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 чтобы быстрее все сделать. И смотрим, сколько у нас здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. На шестом стоят стекла, правильно? Раз, три, четыре. Правильно, значит, надо еще построить один из стекла. Потом нужно будет разводить куриц. Надо прям в доме их разводить, реально, да, сделать такие отдельные площадки, прикиньте. Инкубатор, точно, инкубатор называется. То есть такой типа балкон, да, то есть такой выход, балкончик, и там только курицы. Поэтому мы сделали, видите, на воздухе, что удобно, что можно прям любое это место расширяться. Бесконечно можно расширяться. Не будет такой темы, что мы уткнемся там в гору куда-нибудь и все. Здесь, видите, гор-то меньше, чем внизу. Так, что там у нас готовится? Да, осталось немножко, последние фигнюшки. Сейчас здесь застроим как раз, поставим сбоку стекла и все, и профит. А я потом поставлю на жарку. Ну, правильно говорить, не жарко, по-другому. Как же он говорит, копчение? Нет. Печка. О, еда. Откуда взялась еда? Ну, я положил, я вспомнил, да. Ну, будем называть, конечно, жарку. Поставлю потом на жарку камни, чтобы просто материал был готов. И мы с вами достроим домик. То есть стекла нажарю. А потом, когда найдем зеленый, я уже говорил, да, мы сделаем пол весь зеленый. Можно сделать стенки синие, пол зеленый, а потолок другим цветом, прикиньте. Будешь каждый день заходить и радоваться жизни. Какие красивые цвета. Давай, братюня. Ладно, сейчас поспим тогда, и все, и закончим уже. Давай. Так, 10. Мне, наверное, никогда не хватит сразу на две пачки. Никогда не накоплю. Там нужно, получается, сколько? Так, 3. 8, да? Возможно, хватит, по идее. Если это дерьмо... А, все? А, ну да. Попробуем. Должно хватить на две пачки. Оп. Оп. И почти на третью. Да что ж такое? Отлично, 16 штук. Нам сейчас нужно спать. Ой, далеко я ушел, я забыл, извиняюсь, привычка. Кровать мне не нравится, как это серо, но не по дизайну, да? А здесь можно, кстати, делать кровати прикольные. Тоже вот такое в моде есть. Вот наша красотень. Оп-оп. Оп-оп. Так, там.
Без вас я только сделаю пол, а стенки будем делать вместе с вами. Так, вместе с вами будем делать стенки. Оп, оп, оп. Видим сюда вот оп. Вот такая красота, как музыкальный центр, кстати, стоит, прикольно. Я думаю, сколько этажей делать. Не этажей, а сначала надо подумать, какую высоту делать. Я хотел, чтобы у меня вот так можно было поставить ящики, чтобы он открывался вверх. Для этого нужно будет, знаете, какую делать этажу? Минимум 5 блоков. Значит, большая вот эта высота, очень большая. Наверное, не стоит того. Да. Ну все. Так, ну такие вот у нас дела. В этом выпуске мы истратили все мои ресурсы, чтобы построить эту часть дома. То есть основа есть. Кстати, большая просьба, напишите про двери, да, обязательно напишите, можно ли поставить сразу две двери, ой, одну дверь, которая занимает два блока. Или придется вот так все время, как дебил, бегать, вот так, о, я даун, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Нет, так не хочу. Хочется такую большую дверь, да, двухбочную. Напишите, можно, есть ли такая вообще в игре? Если есть, то я обязательно сделаю. Ну и все, в принципе. Так, спасибо за просмотр. До следующего выпуска. В следующем выпуске, я уже сказал, мы будем кататься на вагонке. На вагонетке, на вагонке. Господи, что я несу? Ладно. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока.